Вот такое райское местечко мы нашли на побережье Азовского моря. Бывшие каменоломни. Сегодня у нас 23 июня. Здесь, пока мы сюда доехали, вообще никого не встретили. Азовское море в этой части вообще не пользуется популярностью. Это рядом с Казантипом. Ровная площадочка. Есть где найти деревья, вернее, сухостой для костра. Пока мы ехали, везде было проблематично спуститься. Здесь вполне можно попрыгать, не сильно напрягаясь. Внизу мелкий-мелкий песочек. Опа! Вода чистая-чистая, я думаю, видно всем. Прозрачная-прозрачная. Песочек, заход отличный. На камнях можно полежать, позагорать. Для любителей ню идеальное, наверное, место. Мы уже расположились, так как мы всего на один день. То палатку поставили чисто символически, чтобы переночевать. Сейчас озаботились костром, чтобы что-нибудь поджарить с бутылочкой вина. Вечером взяли ноутбук, просмотр кинофильма. А видео снимаю. Ну а так, я думаю, всем видно потихонечку сейчас. Вполне можно приехать сюда на легковой машине, если аккуратно. Ничего сильно сложного не было. Да, привет тебе тоже. Ну вот, такое крутое место.